Приветищи! Это Скрыт. А это означает, что мы находимся в ледниковом периоде, где мы ищем хрустальные... какие хрустальные мы ищем? Кристальные орехи, между прочим. Один мы нашли в прошлой серии, вот он у нас здесь. Этот орех подарил нам особую способность. Теперь мы можем прыгать в два раза выше. То есть у нас теперь есть двойной прыжок, вот такой вот замечательный. И это не может нас не радовать. Теперь нам нужно отправиться в эту локацию и найти новый кристальный орех. Но пока мы здесь осматриваемся, поставь лайкос, если ты ждал эту игруху, и, конечно же, подпишись, если ты еще не подписался. А мы начинаем. Чё, понеслась? О, ёшки-матрёшки. В этот раз смотри, как нас подняли. А в прошлый раз помнишь, как нас пульнули? Вот это я понимаю, цивилизованный подход. Югу, мы на поверхности. Так, куда нам нужно идти? Давай мы эту полянку с тобой сейчас осмотрим. Наверняка здесь куча всякого интересного и любопытного есть. Например, мы можем пойти вон туда, попрыгать в кольца. Но рановато, я видел здесь пещерочку, смотри. Вон там пещерочка есть какая-то любопытная, пойдем глянем, что там. Вот она, эта пещерочка. Выглядит она очень подозрительно. Я думал, что здесь что-то должно лежать. А здесь ничего не лежит. Смотри, стрелки показывают. Прыгай наверх! Ладно, попрыгали. Глянем, что там. Здесь ящики какие-то. Что? Артефакт! Нам надо сюда. Артефакт нашли! Шикарно! Это нам пригодится. Ну что, пришло время выбрать сторону, куда мы пойдем. Вот сюда мы пойдем. Будем вскарабкиваться на огромную ледяную гору. Надеюсь, это будет весело. Второй кристальный орех лежит за ледяными водами. Подготовься хорошенько. Окей, босс. Я, в принципе, уже готов. У меня есть двойной прыжок. И, по всей видимости, мы идем в правильном направлении. Поскольку белка у нас хихикает и радуется. О, да, думаю, приключение предстоит нам очень веселое. О, мамонты. Ага, первая головоломочка. Головоломка с винтами. Ну, это уже пройденный этап. Мы знаем, чего здесь и как делать. Утыкаем его, видите, сюда. Один готовченко. Где второй? Где спрятали второй? Я думаю, что нам надо взобраться наверх. Полезли наверх. Там ящики какие-то. Блин, а где болт еще один? Эй, мамонты, вы болты не видели? Подожди, у него там что, арбузы, что ли? Ты видишь, вон там, вот это вот что такое? Вот это арбуз у него там, что ли? Он арбузы хомячит? Негодяй! Я тоже хочу арбузы. Нет, лучше желуди, конечно же, желуди. Так. Вот по этим колоннам мы можем перебраться на ту сторону. Что ж, давай попробуем. Походу, нам туда и надо. Ну-ка. Огроменный водопад. И здесь мы видим... Блин, это фрагмент. Фрагменту я, конечно, рад. А где же металлический болт? Капец. Дожили. Белка ищет металлические болты. И желуди нет бы собирать. Она бы... А, вон он лежит. Вот я. Капец. Капец-капецкий. Ну ладно, зато фрагмент нашел. Болт на видном месте лежал. Утекаем его. Щим-щим, откройся. Ты видишь это, да? Там гейзер. Вот он наш хорошенький. Чё, полетели? Чпинь. Ух, как высоко. Подожди, а можно... Ё-моё! Ёхарный! Фух. Вот это нежданно, негаданно было. Ух ты! Здесь платформа. Это, конечно, все шикарно. Чё сзади? Я вижу фрагмент. Вижу фрагмент, надо его достать. Обязательно. Единственное, я не знаю, мы сможем ли туда допрыгать. Думаю, что сможем. Давай рискнем. Рискнем бельчей попкой. Ну давай, есть. Почти. Почти добежали. Здесь рисково, очень рисково. Если мы упадем, мы скатимся и потом все по новой. Но мы не... Нет, нет, ну... И последний рывок. И мы добрались. Есть. Интересно, что нам дадут, когда мы соберем всех фрагменты? Ну, я думаю, можно падать. Вот так вот, плюхаемся. Не в ту сторону, белка! Ты чё, чудишь, Вниз катись! Походу, я застрял. Белка чудит. Ёшки-матрёшки, ну ты вниз катись! Ну давай, давай, вот сюда. Наконец-то, еще и камера дурацкая. Ужастик. Подбегаем к еще одному гейзеру. Здесь у нас пещера завалена ледяными глыбами. Видимо, гейзер нам поможет перелететь все это дело. О, ёшки-матрёшки, куда это нас закинуло? Вот это горки. Чувствую, сейчас мы с тобой попаркурим. Знатно так. Ну чё, понеслась жарень?
Вон снова мамонты сопровождают нас. Ну чё, я думаю, что... У-у-у, вот эта горочка. Какая она крутая. Ладно, давай вот так вот. Чпау! Жопендрой! Упали в эту горку и покатились! Как скользко. Белке нравится. Все, прикатились. Ну и чего здесь? А здесь, собственно, ну, как я и говорил, будем сейчас паркурить. Фига си. Подбежал сюда. А тут пиранья здорово прыгает, она больше, чем я. Капец. И как быть, надо очень аккуратно перепрыгнуть. Смотри, смотри, она прыгнула. И мы вот так вот тоже перебираемся. Фух. Это было не так рисково, но все равно. Вон там светится что-то, смотри, что-то светится. Ага, нашли. Нашли что-то. Похоже, тут фрагмент. Сейчас раскопаем его. Давай, белка, копай. Шустрее, 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 шустрее. А, болт нашли. Хм, ну ладно. А вот сюда его и нужно вкрутить. Вкручиваем. Активируется платформа. Ясно. Да, драпать нам с тобой знатненько. Ты посмотри, где фиолетовый луч. Вон он где находится. За горами. А там такие горы не очень дружелюбные. Что-то я туда как-то не очень хочу лезть. Что поделать, кроме нашей рисковой белки, делать это больше некому. Все выше и выше и выше мы поднимаемся наверх. О, это крабы. Че они забыли в ледовом периоде? Здесь же мороз, капец. Как они еще не закоченели, слушай. Что-то у нас здесь есть закопанное. Надо бы это раскопать, только подожди! Меня чуть не поймали за хвост. Эти крабы своими клешнями. Сейчас я ему надаю люлей. А ну отойди с моей кучки. Это моя кучка. Кия кунг-фу тебе. Второй прибежал. Меня бьют. Попа на помощь. Выручай. Ага, попа всегда поможет. Вот так вот тебе. И еще разок. И добивающий. Фаталити не получилось. Ну, есть. Бруталити бабалити сделал ему. Что у нас тут? А у нас здесь болт. Я-то думал, будет какой-то фрагмент. Ага, конечно. А можно его как-то положить? Вот, можно. Шикарно. Я хочу вначале подбить вот этого крабика. Оттащил оттуда. Это мое место. Спасибо. Хе-хе. Вставляем, значит, один. И второй где-то тоже неподалеку должен быть. Наверное, где-то здесь спрятан. А, ну конечно же, конечно же. Разработчики даже не парились. Спрятали все в одном месте. Далеко ходить не нужно. Ух! Мы уже близко к этой горе. Горочка! Давай катнемся! Блин, не поймал ни одного кристаллика. Мне показалось, ли тут плавают. Ё-моё! Это кто такие? Это что за опасные такие? Он ее схавает сейчас. Он схав... Нет, мимо проплыл. Опасные какие-то твари плавают. Как я не... Хотел сказать, как я ненавижу это, но я нашел фигурочку! Фигурочка, по-моему... Кто это? Это белка? Макака? Кто это? А-а-а, это же тот ленивец. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Ой, упала. Здрасте. Как вы близко ко мне подплыли-то? Я думал, они сейчас как сюда запрыгнут и начнут расправу надо мной. Но все обошлось. Мне кажется, что это будут боссы. И мне все равно с ними предстоит сразиться. Давай, белка, запрыгиваем. Ой-ой-ой-ой-ой! Мы, походу, к водопаду подошли. Да? Точно. Здесь будет битва с боссами. Я прям чувствую своим длинным носом. И своими длинными клыками. Ой-ой. Ой-ой. Капец. И где эти два бомбилы? А, давай перепрыгнем лучше. Уху-ху. Здесь побезопаснее будет, я думаю. Кстати, эта льдина огромная, она очень качается. Очень не очень, здрасте. А второй где? А вот он и второй. Я так и знал, я так и знал. Надо валить, надо валить. Я знал, что вы со мной... Сразитесь. Чё такое это? Рыкащи. Не рыкай на меня. Блин, его бомбить надо, да? Отведай моего пукана. Ой, нет, 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 нет. Ой, я совсем забыл, что я могу делать колобки. Фу ты колобки, эти снежки. Черт, попку подмочил. На тебе. Вот так вот. А-а-а, куснул меня. За хвост чуть-чуть укусил.
не страшно. Убегаем. Так, иди сюда. Чуть-чуть осталось. О, он разозлился. Очень разозлился. А где второй? Я не вижу, где второй. Черт. Че делать надо? Бить его по пузу? Все, валим. Где я там потерялся вообще? Уплыл. Второй пришел. Фига себе. Не-не-не-не-не, это плохая идея, дружище. Я невкусный, я щекочу тебе небо. Выплюнь меня. Вот так-то лучше. А вот и второй прибыл. Ну че, опять? Запульнуть тебе. Ой-ой-ой, какой он резкий, а. Попыточка, я не знаю, какая попытка. Че, разозлился? Ага, разозлили его. Ну давай, прыгай. Бегу, что есть мочи. Бегите, мои лапки. Бегите. Все. Подбегаем к нему. И даем люлей. На тебе в пузо. Хватит. Хватит его гладить. Но, блин, опять. Опять 25. Хватит меня хавать. Что это за фильм ужасов, блин? Еще и музыка такая нагнетающая. Гладим пузо. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ну все. Да капец, ему один удар остался. Не-не-не, только не второй. Ну, хорош, все. Подержал меня в зубах, да выплевывай. О, он меня куда-то не туда плюнул. Что происходит? А, вон оно что. Они сбежали. Они поняли, что я мощнее их. Ну и круто. Ну и здорово. Все. Пойдем зачекпоимся. Последний подъемник. И в принципе... как-то так. Как-то я на него не запрыгнул. Лошпедус. Попытка номер два, но здесь все просто. Ну вот она. Ну уже совсем близко осталось вот только на этих платформах покататься чертовых. Ай. Руку вот протяни и забери. Сейчас. Я ускор... Ну как так? Почему не было второго прыжка? Это подстава. Подстава под платформу. Все, последняя осталась. Последняя и... Вон он, я его вижу. Сейчас заберу. Ой, горочка. Где она? Где этот желт? Покажите мне. Блин, я его не вижу. Ты видишь желт? Я там его не вижу. Его там нету, что ли? Я кто-то свистнул? Подождите, как так? Этого не может быть. Я первопроходец. Сейчас я ящики все соберу. И где он? Я не понял. А где мой желудь? Луч падает сюда. Вон он в горе, я его просто не заметил. Ну вот, опять что-то не так пошло. Ой-ой-ой, сегодня у нас сорфинг. Серфинг вместе с желудем. Желудь, ты мой лучший другань. У меня столько экстримов в жизни никогда не было, пока ты не появился. Но здесь все просто, нужно просто ехать за желудем. Собирать кристаллики. Ничего пока муторного. Главное, чтобы не вылезли те огромные рыбёхи. Иначе мне будет хана. Желудь, стой, я тебя преследую. Прижаться, как прижаться? Ай. А как прижаться-то? Я ж вроде прижимался. Или там надо было подпрыгнуть? А, да, точно, там надо было подпрыгнуть. Вот еще разок. Точно. Блин, в стенку влетел. Я умею прыгать вот так вот. Главное, серфинг мой не сломать. Белка, давай догоняй. Ну, вон он, желудь. Кстати, желудь ничего так на серфе гоняет, да? Хоть у него нет и ног, и рук. Он даже ни разу не влетел ни в какую скалу, ничего. О, наконец-то мы почти приплыли. Желудь хватай. Да, это было больно. Еще один кристальный желудь.
И что же он нам даст? Какую способность? Прыганье через кольцо. Эй, белка, иди посмотри. Учись прыгать через кольцо. Чё ты нос развесил? Второй кристальный орех. Возможно, это ты, поборник, о котором рассказывали легенды. Ты получаешь способность скрета-пульта. Вау. Эта новая сила поможет тебе перелететь широкие пространства. Ну, наконец. А как пользоваться-то ими? Подождите, эй. Мистер или мисс, кто там мне там это... Смотритель храма, как пользоваться-то этим всем. Подождите, катапульта. Капец. Ладно, пойдем. Я думаю, нам там сейчас скажут. Вот они, эти штуки. И? Как? А, просто Y нажать? Фига себе, как Спайдермен, ты видал? Обалдеть. Пойдем еще раз попробуем. Так, значит, встаем сюда. Видим кольцо. Чпинь в паутину. Не, ну это просто чума. Так даже Спайдермен не умел. Ну не-не-не, шучу. Спайдермен, конечно, покруче может, но Белка тоже ничего. Белка-мен. А, нет, Спайдер-белка. Так, наверное, будет лучше звучать. Белка-мен, это получается Белка-человек. Последний кружок. И все, мы испытания прошли. Мы теперь молодцы и можем летать через круги. А следующая локация, пойдем быстренько заглянем вперед, посмотрим, какая локация нас ждет. Лава, 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 хочу лаву, нет, это не лава, блин. Ну ладно, лава, видимо, в самом конце будет. Ну что, это был ледниковый период Искрет. Если тебе нравится эта игруха, то есть тебя лайкос и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А на сегодня все, я с тобой прощаюсь, пока, увидимся в следующем видео.